Инструкция нам не надо, здесь все просто и понятно. Ну что, я сажусь в позу лотоса и собираю его тогда. Намертво. А подожди, самый главный момент, да, когда снять с него эту пленочку. Всем привет! Пришли новые мониторы Women, и сейчас я буду их распаковывать. Так, что же у нас? Снимаю нижняя и девятая беда. Инструкция нам не надо. Вначале открываем, потом смотрим инструкцию. Питание. Вот он, мой хороший. Как пахнет. Пахнет как, наверное, самый лучший монитор. Да. Вот инструкция для чайников, которые не посмотрели в ту инструкцию, как я понимаю. Ну, в любом случае, тот, кто получит этот монитор, он точно поймет, как его подключить. Он не останется без действия. Точно. Здесь все просто и понятно. Ну что, значит, пока держи здесь. Опа! Вот здесь все комплектующие его. Ну что, я сажусь в позу лотоса и собираю его тогда. Не получается. Сейчас намертво. Давай проверим. Это правда. Все четко. Намертво. Я бы проверил, но уже рисковать не буду. Я в этот случай скажу, я верю, что намертво. Я уверен, а все и вам советую поверить, что намертво. Так, в принципе. Монитор готов к бою. А подожди, самый главный момент, да. Вот, же его, да, это само собой, как же. Мы же все любим, когда, знаешь, покупаешь телефон новый и снять с него эту пленочку. Оп. Красота. Вот он, мой хороший. Спасибо, Ломино. Монитор. В общем, подключил я уже этот монитор, проверил его, немножко поклацал, что я здесь выставил. Выставил я мод, значит. В моем случае это мод фото. Не гейминг, а фото. Вот, мне больше очень понравится. Понял, как его включать и выключать. Остальные кнопки я пока не тестил, но мне все нравится. Спасибо, Хомин, баечки, зай.